Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. У нас окончание турнира. И давайте посмотрим, где же я все-таки остался. В мастере 2 звезды. Отлично. На самом деле, я думал, что пока я буду на работе, меня сбросят. Но все удачно вышло. Ну что ж, забираем наши награды. И у нас здесь 9000 сюрикенов. Рафаэль Космос, 45 ДНК, 90 золотых осколков и 65 платиновых. Также забираем с вами и здесь ежедневные награды. Бежим быстренько с тобой, откроем колоду. Посмотрим, что нам выпадет здесь. Ага, только 5 долларов. Ладно, грустить не будем. Задание, в плане, задание еще 5 часов будут откатываться. Такого быть не может, друзья мои. Потому что я их сегодня с утра, да, прошел. Даже если взять, предположим, что они откатываются там 10 или 15 часов, они уже должны были откатиться. Но еще 5 часов надо ждать. Жестко, ладно, не будем переживать по этому поводу. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Так, мы с тобой получили на Рафаэль Космос, да, 45 ДНК. И вот сейчас я хочу посмотреть, сколько у нас в общей сумме. Так, Рафик, ты куда делся, а? О, друзья мои, всего 10 ДНК и все, и он у нас прапается. Слушай, это хорошая новость на самом деле. Ну, а мы с вами, как всегда, по традиции начинаем бустить. Ну, правда, честно говоря, в 10 часов вечера бустить — это не особо хороший, да, вариант. Но лучше сейчас, чем завтра. Так, и у нас здесь, ну, все абсолютно одинаковые, поэтому без разницы, кого выбирать. Бежим с тобой в самый хвост нашей команды. Ну, раз, два, три. Поехали. Откатов у меня нету, как ты видишь, да? И за задание я их не получил. Так что сегодня будем проходить чисто своими силами, без использования Леонардо. Так, Лео накрыл, молодец. Малорик. Так, опачки, а Бибопчик здесь дал слабину. Так, Эйприл, успокойся, пожалуйста, а? Вот смотри, вот удивляет меня, они 30 уровня. Наш противник какого там, 17-го, да, или 12-го даже уровня. Мы не можем его с одного удара бомбануть. Надо 13 уровень, ты прикинь? Перевес в 27 левлов, и мы не можем забомбить с одного удара нашего противника. Ну что это за бред, а? Так, друзья мои, мы с вами на воин 2 звезды, 92-я позиция. Что-то как-то кисло мы идем, я уже просто предчувствую это все дело. Так, Серега, Артур и Валерка. О, Серегу берем с тобой сразу же. Это даже не обсуждается. У кого больше кубков, тот, как говорится, и будет у нас идти под раздачу. Ну, а мы с тобой выбираем Донни, Рафаэля. Кстати, надо будет посмотреть, кто на этой неделе разыгрывается и какие у нас будут испытания. Так, ну что, Кирби, наверное, мы начнем именно с тебя. Давай, Рафаэль. Не добил. Ну что ж, тогда массовая атака от Донателло. Шикарно. Тут постепенно урон висит. Мы, наверное, добьем Рокстеди. Ну и будем уже с тобой добивать Лео. Все. Как обычно, ребята. Все отлично, все на изи. И мы с тобой двигаемся дальше. Сегодня я хочу, ну, по планам, в принципе, попасть в самураи. Нет, не в самураи, друзья мои, в сёгуны. Сёгуны, наверное, 2, 1 звезда. Но это минимум. Хотя, видишь, у нас идет очень медленная прокачка. Мы только на Лиге Воинов 2 звезды. А уже 3-й бой. Это непорядок. Ладно, выбираем с тобой Миллера. У него 11 и 12 кубков. И уровень, посмотри, уже 24-й. Да, 24-й уровень, а мы еще только 30-х разыгрываем. Как бы нам с тобой здесь не обжечься. Ладно. Ну что, здесь будем, наверное, начинать с Эйприл. Давай, Донателло. Не добил, как всегда. А ты? О, Бибоп, молодец, красавчик. Так, а теперь я выпущу, наверное. Давай массовую атаку сделаем. О, меткость понизили. Не-не-не, Ванюш, так дело не пойдет. И Бакстер еще, да, подключается. Ладно, давай расписывать. Бомбанем, наверное, да, с тобой? С пистолета водяного. Ух, и добивочный от Дони. Так, Ванюш, успокойся, пожалуйста, а. Что-то разбуянился, я смотрю. На-ка тебе.
и добиваем. Шикарно. Ну и что, мы с тобой попадем сейчас в трехзвездочную лигу или же нет? Мне интересно знать. Попадаем, да, друзья мои. Воин 3 звезды, 57-я позиция. Так, а потом у нас будет элита. Кого бы нам тут выбрать? Ну, кубки одинаково, так что я беру по уровню. И по уровню у нас Стефан. Он будет слабее. А потому что у него 19 и 20 уровни, да? А нам с тобой нужно отыграть еще 30-х. 30-е, потом уже пойдут 40-е. Ну, в принципе, все, как говорится, на уровне. Расслабляться мы не будем. Ну, естественно, сдаваться врагу тоже не будем. Ну что, приступим потихонечку, да? Кейси Джонс выступает. Ух, с удара! Ты, вот это я понимаю, да, ребят? Вот это сыграл. С удара просто карайку снес. Так, ну что, кого нам теперь, наверное, попробуем Донателло ушатать? Но вряд ли Саблезубу это удастся. С удара не катит. Ну, а ты, Шинигами, добьешь? Красавица, красавица-то моя. Так, теперь бросаем бомбочку. Эх, как же плохо ты сработала, бомбочка. Ну-ка, Кейси, сможешь повторить? Ну, по крайней мере, замедлил. Опачки, Бакстер выпускает маузеров. Ну, слушай, все очень даже классно. Мы получили с собой минимальные повреждения, а вот они сейчас, конечно, получат по полной программе. А ну-ка, Майки, да, добил. Ну что же, мы с тобой переходим дальше. Я вот не знаю, попадем мы в следующую лигу или нет. С 56-го места, а 57-е. Да, друзья мои, мы в элите. Хороший знак, правда, очень много мы с тобой раундов провели, чтобы дойти до элиты. Ну, будем выбирать дальше. Так, по кубкам все абсолютно одинаковые. И я буду брать, наверное, вот этого Данилку. Тут у него и бронзочка затесалась, так что самый смак. Ну, а мы с тобой будем отыгрывать наши 35-й, 36-й и 40-й уровень. Сейчас будет круто на самом деле. Потому что эта команда у меня не особо хорошая. Ну, а враг, сам видишь, силен, силен. Так, ну-ка, Лео, звезда Ника. Отлично. Так, бросим Люк, наверное, с тобой. Что-то мои ребята тут просто в ударе сегодня. Смотри, как они ушатывают врагов. Вообще не дали даже шанса им. То есть инициатива у нас с тобой большая, поэтому они сдулись. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И попадаем на... О, 10-е местечко. Отлично. Так, а здесь я выберу Оленьку. Конечно, Ольга. Конечно, будем тебя брать, потому что у тебя кубков 13-14, и это то, что мне нужно. И, кстати, уровень уже здесь 32-й. А мы с вами разыгрываем 40-е уровни. Но не забывай, что эти персонажи у меня не прокачанные. Поэтому 32-й левел, если прокачанный, да, персонаж, и 40-й мой не прокачанный, то будет победа за ним. Но я надеюсь, он не успеет ничего здесь сделать. Ну-ка. Ай-яй-яй. А так? Надо ли его обязательно убрать, потому что он хиллер. Так. Этот уходит в невидимость. Отлично. Так, ну что, наверное, мы с тобой попробуем Ванюшу убрать. Но если мы не добьем, Леонардо возьмет провокацию. Вот, видишь, он берет провокацию Леонардо. Это было предсказуемо. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Не знаю, сможем ли мы его пробить. Хотелось бы, конечно. Ай-яй-яй, крепок, парень, крепок. Ну и добиваем. Не вышло ни шиша. А так, если все. Все, друзья мои. Ну что же. А мы с тобой переходим в элиту, скорее всего, 2 звезды, да? Ну-ка. А местечко нам дают с тобой 59-е. Ну, терпимо, терпимо. Эрик, Максим и Маркус. Слушай-ка, я, наверное, возьму в данный момент Маркуса. Я надеюсь, он без обидок, все прекрасно понимает. Раз, два, три, четыре, пять. Мне, знаешь, интересно, какой вопрос. Вот вы смотрите видосики, да, по черепашкам. А кто-нибудь видел, чтобы я выбрал... Вот, например, ты сидишь перед экраном, смотришь, как я дерусь, и выбираю именно тебя. Был такой хоть раз кого-нибудь, а? Напишите в комментариях.
И напиши еще состав такой же, которым ты играешь, или же все-таки другой. Потому что многие люди иногда говорят, что видят себя, но у них другие абсолютно составы. Даже есть те персонажи, которые даже еще не открыты. Так, ну-ка, карачку ушатали. Давай плечом бортанем с тобой. Так. Ага, Рокстеди решил повыпендриваться. Ну ладно, на-ка тогда гранату получи. Ой, выжил. Бумс, раздавили. Ну что, ребята, хотелось бы посмотреть, мы перейдем с вами на следующий ранг или нет. Есть, элита 3 звезды. Ну, правда, местечко 86-е. Но это хорошо, ребята, скоро будут уже самураи. Ну-ка, здесь у нас все ништяк. И выберем мы, наверное, с тобой Итайпава. Че себе, как назвался, Итайпава. Прям как Полтава. Ну, слушай, тут 30-31 уровень, а у меня уже 40-е и 45-е, так что нету шансов у врага вообще нисколечко. Поехали, вызываем Рокстеди и Бибопа с другого измерения. Прикольно, да, бомбанули. Слушай, и скорее всего Крэнк сейчас добьет всех. Изи, друзья мои, просто изи. Так, давай-ка глянем, на какое место мы с тобой попадем. Было 86-й, становится 23-й. Слушай, я что-то сомневаюсь, что мы сегодня попадем с тобой в сёгуны. Очень медленно идет прокачка. Хотя я выбираю максимальных персонажей с максимальными, извини меня, кубками. Ладно, давай попробуем с тобой дальше отыграть. Рокстеди и Донателло Космос. Так, у нас здесь 45 уровень, а здесь максимальный 37. То есть на 8 уровней разница. А она существенная. Ну что ж, давай попробуем начать с массовых атак. Так, Майки Космос бросает свои чипсы эти. Или как ее там? Еда от Криса Брэдфорда, да? Ну, оу, муха стала плевать. Я думал, что она будет захиливаться. Но нет. Так, смотри-ка, не ушатали. А если мы сделаем вот так? Так, муха упала. Слушай-ка, нам, наверное, с тобой надо ушатать Рафаэля. Попробуем сейчас его пробить. А ну-ка. Шикарно. Теперь, конечно же, нужно нам с тобой убрать Бакстера Стокмана с поля боя. Отлично. Ну, а тут уже Микеланджело и Донателло. Никаких трудностей не должно вообще быть. Ой-ой-ой, что такое? Так, бомбочку, что ли? Ну да. Бросил в меня бомбочку. Так, слэш добивает. И давай попробуем поджарить его. Хм, не вышло. Все. Ну что же, победа за нами. Давай дальше двигаться с тобой. Я надеюсь, сейчас мы с тобой уже попадем в самурай, да? В самураях и 67 место. Что-то как-то у нас с тобой идет все кисленько. Персонажей у меня все меньше, меньше и меньше. Да? Как ты видишь? А игр нужно еще сделать очень много. Так, подожди, опять он здесь лыбится, смотри-ка. Ладно, хорошо, давай мы быстренько смоем его ехидную улыбку с лица. Так, танцульки, естественно, на атаку. Так, что нам дальше? Выживет, да? Выживет. А мы волну тогда применим. Так, Крис упал. Леонардо, наверное, добьет мне морозильную кошку. Нечего здесь делать. Так, Лео снимает дебафы. Так, Донателло крит урон и уклонение делает. Так, и Ванюша просто бомбит. Ну-ка. Понятно, мы будем с собой промахиваться, потому что у них стоит уклонение, да? А если так? Ванюша упал. Давай мы с тобой возьмем провокацию. И ты. Ну-ка. В принципе, неплохо. А так добьешь?
Так, минус Донателло, и остается лишь Лео. Лео промахивается, да? И мы его, наверное, добиваем. Все, друзья мои, лучше не придумаешь. Ну что же, давай-ка посмотрим, куда мы с тобой сейчас переместимся. Да, тяжело идем. Это только в самурай 2 звезды мы попадем. Еще надо будет в 3, а оттуда в сёгуны. Что-то как-то нереально все это звучит. Так, у нас выбор между Александрой и Ильей. Но я, наверное, возьму Александру. Кубков то же самое количество, но уровень чуть-чуть поменьше. Вот таким вот образом. Ну, единственное, радует, что у нас уже персонажи более-менее сильные, да, и можем уже об этом даже не париться. Начнем с массовой атаки от Микеланджело. Всем понизили, прикинь, всем атаку. Так, Кунэйчи бросает веер. А могла бы добить. Тогда Лео против Лео. Донателло бросает кусок экрана. А мы с тобой сейчас бросим молот. И, наверное, надо бросать именно в Макмана. Ну-ка. Ну, Бибоп вешает иммунитет. Я не знаю, зачем. Так, Дон не попадает, а мы вот так с тобой. У них же иммунитет. Поэтому не было толку делать здесь прожарку. Все равно бы постепенный урон не повесился бы. Слушай, ну мы и так их очень легко разобрали. Ну и теперь я уже точно тебе могу сказать, что мы перейдем в самурай 2 звезды. И место у нас будет 70-е. Так, получается, здесь нужно сыграть еще 2 боя. 2, потом еще где-то там 5. 7 боев. У меня не хватит героев. Как ни крути, а героев у меня не хватит. На 7 боев. По 5 персонажей в катке. Ну, фиг его знает. Попробуем, не будем, как говорится, загадывать. Что будет, то будет. Получится, будет хорошо. Не получится, продолжим с тобой завтра. Ну, давай-ка дебафчик повесим на них. Так, у кого-то и защиту, и атаку понизили. Так, теперь массовая атака идет от Шреддера. Клан футов сами бомбим. Дальше, где у них хиллер? Хиллер, морозильная кошка, ее нужно уничтожить. Изи. Теперь, наверное, сделаем с тобой ускорение нашей команды. И уже будем спокойненько разбирать. Давай массовую атаку от мутагеноида. Минус двоечка. Так, Бибоп опять же тут берет иммунитет. Толку я не вижу от этого, если честно. Пробиваем слэша и добиваем с тобой Бибопа. Я считаю, очень хорошо сыграли. Ну что же, идеальная победочка, и мы с тобой двигаемся дальше. Хотелось бы посмотреть, на какое место мы с тобой приземлимся. Где-нибудь будет 25-е, да? Ага, 24-е. Ну что же. Так, Петр, Джексон и маленькая. Ну, надо брать Петра. Обязательно, потому что у него кубков больше. Так что, Петручо, готовься. Мы уже идем к тебе. Такой довольный. Эй, Петя, Петя, петушок. Так, ну что? Начинаются танцы с бубном. Естественно, на усиление атаки. И мы сейчас с тобой кому-нибудь звезданем. Наверное, мухе. Супер ударом. Плохо. Плохо ты ударил, Майки. Так, ну мухи нету. Этот вешает на себя иммунитет. Так, ага, дебаф не получится повесить. Ну, давай просто подчикаем. Теперь вызовем крыс. Так, слушай, ну неплохо. Добьем, наверное, с тобой. Да, придется добить Майки. Ой, добить, ё-моё, зачем я... Ну, зачем я так сделал, а? Вот скажи мне. Я хотел ударить. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо. Это очень плохо. Сколько ты нам подхилишь? Ладно. Да какой уклон... Я хотел бомбануть. Блин, сейчас мне это все боком выйдет, по-моему. Друзья мои. Вот это я лопухнулся. Я даже сам не ожидал. Так, кого бы тут шваркнуть-то?
нейтрализатора. Давай попробуем его, наверное. Блин, у них еще и атака усиленная, прикинь. Ага. Выстрел. Блин, бедный крип, а. Ну добейте, пожалуйста, этого нейтрализатора. Есть. Так, теперь, наверное, майки нет. Все-таки лучше рокстеди попробуем. Раз. Крысиный король, не падай, пожалуйста. Фух. Так. Надо валить Микеланджело. Так, кто-нибудь добьет его? Подожди, 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 подожди. Шипы, давай шипами. Фух. Ё-моё, друзья мои, вот так вот ошибочка могла бы мне сейчас выйти боком. То есть у меня бы мог упасть майки. Но смотри-ка, все-таки мы выжили. И нам повезло. Ребят, мы с вами в Самурай 3 звезды, 80-е место. Нам нужно сделать где-то еще боя 2-3, чтобы перейти уже, как говорится, в Лигу Сёгунов. Ну а здесь, если выбирать по кубкам, либо Лизу берем, либо Зеза. 45-42, а тут 40. Наверное, я возьму Зезо. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эта команда, друзья мои, я вам скажу по секрету, самая слабая. Почему? Ну, во-первых, здесь у нас очень много хилов, да? Ну, грубо говоря, даже не то, что хилы, а здесь и хилы, и саппорты, да? Вот у нас тут, например, Мондо Гекко, саппорт, который ускоряет, ну, всякие бафы, короче, вешает. А Мухи и Кирби, ну, ты сам знаешь, что они себе представляют. Из них бойцы вообще никакие. И отгребать они сейчас будут по полной программе. Так, Шреддер хиляет. Массовых атак нету у этих ребят. Нет, вот есть крик у Кирби. Ух ты, нифига он крикнул. Слушай, ребят, я что-то Кирби недооценил, что ли? Смотри, как он крикнул. И нанес очень много урона именно Крису Брэдфорду. Так, ладно, выпускаем с тобой вот эти штучки. Ай-яй-яй. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, отвали. Ну что, делаем, наверное, газовое облако. Воу-воу. Посыпались, друзья мои. Так, успокойся со своими батарангами тут. Давай хильнемся. Хотя можно было бы... Нет, ну все-таки не помешает. Ну-ка, лизни-ка язычком. Минус Шреддер. И атакуем. С полета. Есть. Ну, несмотря на то, что мы здесь выиграли, все равно эта команда слабая. Баланса в ней нету. То есть, саппорт, два хила, но это... Только один Рафаэль должен за всех отдуваться был. Ну, смотрим, куда мы с тобой попадаем. 40-е место. Ну, как я тебе и говорил, нужно еще два боя сделать. Два боя. Так, выбираем, наверное, здесь... Во, Анночку. Анюту берем. У него тут 49 уровень максимальный, а мы с тобой уже давно за 60 уровни играем. Ну, я думаю, никаких шансов, конечно же, на победу у противника и быть не может. Хотя, если они быстренько скопом против одного какого-нибудь персонажа встанут, они могут его, конечно, забомбить. Но, ты видишь, инициативы у них пока нету. Тем более, мы сразу минус троечку сделали. Офигеть. Минус Макман. Ну, давай гранатку просто кинем туда. Оп, и все. Отлично. Так, сколько у нас там еще персонажей? На каточке 2, я думаю, хватит, да? А вот, друзья мои, и Сёгун. И это уже хорошо. Хоть мне и радостно, что мы попадаем с тобой в Сёгун, а завтра мы опять будем с тобой начинать с самураев. Ну, такова игра, ребят. А если я, например, сейчас не играл бы, и завтра не играл бы, мы потом с тобой так бы долго добирались до этого ранга Сёгун. Ну, вы помните, да? Когда было 3 дня не играл, потом быстренько хотел наверстать упущенное, но не тут-то было. Там уже такие бизоны стояли, которых просто нельзя было проявить. Поэтому есть такая штука, буст, когда ты быстро-быстро-быстро набираешь темп, быстренько поднимаешься вверх, и потом тебя скидывают. Но тебе все равно потом проще подняться, чем начинать все с самого начала. Так, ну что, смотри-ка, тут довольно неплохо разбираем с тобой. Опачки, посыпались, друзья мои, они
падают. Ай, надо было массовую атаку сделать. Ну что ж ты, а? Рэпид, ты спешишь. Да, спешка это, конечно, мой антиконек. Так это назовем. В любом случае, победа за нами. Идеальная причем. И смотрим. 98 место было. Становится 61. Ну, тут выбор между Росс и Тайлер. Так, ну я беру Росс. Я беру Росс и смотрим. Раз, два, три. Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Блин, как раз два боя, ребят, как раз два боя. Эх, в Сёгун бы забраться, две звезды, было бы вообще чётенько. И было бы вообще чётенько. А в идеале, да, было бы, конечно, вообще попадать в мастера. Три звезды на первом заходе. Вот это было бы круто. Ну что же, они рассыпались. И давай посмотрим, какое нам сейчас дадут местечко. И хватит ли нам еще одного боя для того, чтобы перейти в Сёгун две звездочки. Ну-ка. Так, 61-я позиция была. Становится 26. Ну слушай, если вот так вот мы с тобой сейчас прыганем, считай, 40 ступенек пролететь, то, конечно, мы с тобой попадем на следующий ранг. И здесь у нас, ага, Адам. Ну вот, Адам, наступила, как говорится, твоя пора встретиться со мной. Но тут все решает Леонардо, согласись. Ладно, Майки, сходи, так уж и быть. Блин, смотри, инициатива самая крутая у Микеланджело, да, потому что он первый ходит. Потом идет Усаги, а третьим только Леонардо. А если бы был Зек, то, скорее всего, по-моему, у Зека самая быстрая, да? Он самый первый выходил бы. Инициатива, да? Вот так вот, ребятушки. Ну что, смотрим результатик. Да, 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 да. То, что я хотел, то мы сегодня получили. Ребята, Сёгун, две звезды, ну, правда, 88 место. То есть нас быстро скинут, но все-таки. Так, и что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, вау, друзья мои, Rocksteady у нас разыгрывается. Надо будет обязательно, кстати, ну-ка, можно взглянуть в список и посмотреть, сколько у нас вообще ДНК на него, на этого Rocksteady. Так, секундочку, секундочку, вот он. Так, слушай, а это очень даже неплохо. Посмотри, у нас с тобой 66 ДНК. То есть нам нужно с тобой, сколько, 14, да, для того, чтобы перевести его в четвертую серебряную звезду. Так что стоит, конечно, стоит на этой недельке пыхтеть, как говорится, добиваться хороших результатов, чтобы нам получить как можно больше карточек. Так, а что у нас за испытание? Так, подожди-ка, я здесь гляну. Ничего нету. По монеткам поздно еще пока смотреть. Здесь тоже поздновато. Точнее, не поздновато, а рановато. Так, испытание. Оу, Лига Лео. И опять девичья сила. Ух ты, тихо-тихо-тихо. Смотрите, друзья мои, вау. Супер Шредер, ну неужели? Сколько у нас там ДНК? Нам же не хватало, по-моему, совсем немножко, да? По-моему, 4 штуки. Если я... А я ошибаюсь. Мы его проапали в тот раз. Да, я накопил. Ну что же, а это уже называется последний буст. Ребята, мы с вами должны накопить 100 ДНК. И это будет заключительная прокачка на Супер Шреддера. Так что, конечно же, надо будет выступать. Надо будет пофармить. Это по-любаську. Ну, а я пойду, пожалуй, набивать осколки. Да? Ну, это будет за кадром. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.